если ваши части тела выступают не по делу. Если вируса, бактерии, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В среду в Самарской области облачно с прояснениями, местами осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха в дневное время -13, -16 градусов, ночью 14-16 ниже 0. В Сызрани тучи, осадки в виде снега. Днем 13 градусов с минусом, ночью также 13 ниже 0. Ветер юго-западный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти облака, небольшой снег, днем -13, ночью также -13 градусов, юго-западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, без осадков, днем -16 градусов, ночью -17, ветер южный 1 метр в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 76%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.